Сейчас вы увидите историю Эндрю, самого бедного геймера колледжа. А вот он как раз доделал себе мышь. Так, как сделать рабочий джойстик из картона? О, всем привет! Готовы узнать немного обо мне? А это его соперник, богатый однокурсник Алекс. В отличие от Эндрю, в его арсенале только дорогие девайсы. Я их всех одолею, стоит мне только использовать ульт. Ну же, подойдите ближе. Получилось! О, да! Привет, как ваши дела? Мои вот просто замечательно. Так, ребята, не отвлекаемся. Обратите внимание на доску. Кто знает, где на этой карте находится флаг, который нужно захватить? О, я знаю! Вызовите меня! Итак, Эндрю, он находится ровно посередине. Правильно, сразу видно, кто делал домашнее задание. О да, я всю ночь играл в Brawl Stars. Кто это там? Оу, я совсем забыл сказать, что в класс придет новый студент. Поприветствуйте его, войдите. Добрый день. А он необычно выглядит, как для геймера. Добро пожаловать в наш колледж. Думаю, мы подружимся. Не я новенький, а она. Всем привет, я Мия, самая богатая и лучшая геймерша в мире. Хотя вы и так наверняка обо мне слышали. А еще я победительница самых масштабных ежегодных киберспортивных турниров. Похоже, в вашей группе появилась настоящая звезда. Еще я создала фонд поддержки юных стримеров, побила мировой рекорд в Пакмане, выиграла конкурс на лучшую постройку в Майнкрафте, а еще... Выиграла конкурс в Майнкрафте. Эта выскочка мне уже надоела. Ты можешь что-нибудь сделать? Да, легко. Смотри. Алло, эй, меня что, не слышно? Я ведь еще не закончила. Ах так? Хе-хе-хе, видел выражение ее лица. Ой, интересно, а куда она ушла? Понятия не имею. Сюда. Кажется, вы еще не поняли, что вам меня никогда не победить. Мия, пожалуйста, займи свое место. Как она так быстро сюда попала? Ну ничего, не такая уж она и крутая. Чувствую, в нашем колледже теперь не будет скучно. Эй, съемка видео запрещена. Эта Мия такая странная, и не говори, слишком пафосная. Эх, надо, наверное, лучше следить за своим шкафчиком. Это точно, ты только взгляни на мой, это моя последняя разработка. Умный шкаф. Я сам сконструировал и запрограммировал эту роботизированную руку помогать мне. Мне даже не надо ничего делать. Жаль только, что она тесты решать не умеет. Но это временно. Высокие технологии. Круто, я тоже такое хочу. Такой шкаф есть только у меня. Ого, а вот чего-то подобного даже я не видел. Привет, мои хорошие. Что скажете, с этой новой разработкой меня лучше видно и слышно? Знаете, что-то в новом колледже совсем скучно, но у меня появилась идея, как развлечься. Я буду участвовать в чемпионате колледжа по киберспорту. Призовой фонд 100 тысяч долларов? Это очень много. Но вы можете даже и не мечтать о победе. Она будет моей. Эй, не стоит нас недооценивать. Мы еще покажем, на что мы способны. Надеюсь, вы когда-нибудь видели такую сумму в своей жизни? Естественно. Только не завидуй. Но у меня нет банковского счета. Зато у меня есть вот столько денег. Вот же бедняга. Ладно. Ну, а сколько у тебя денег на счету? Секунду, сейчас покажу. Вот. Тогда мы одинаковы. Не стоит строить из себя королеву. Так я же еще не все свои счета показала. Ко всему этому прибавь еще пару миллионов долларов наличными и разные акции. Ого! Тебя тоже шокировали цифры? Да нет, ты посмотри, сколько у нее смартфонов. А зато я профессиональный геймер. У меня даже мозоли в форме джойстиков. Я чемпионка всех колледжей этого города. А я, между прочим, чемпион трех свалок и картонного завода. Видите? Значит, вызов принят. Только не плачьте, когда проиграете мне. Я вас всех сделаю. Мечтай, мечтай. Приветствую вас, дорогие зрители, с вами Алан Роджерс. Это особенный день, ведь сегодня состоится чемпионат Трум колледжа по киберспорту. Это определенно станет значимым событием в индустрии. Но сможет ли Мия завоевать очередной титул и стать чемпионкой? Не отключайтесь, и скоро сами все узнаете. А вот и наш первый участник. Встречайте Алекса. Судя по его спокойствию, этот парень уверен в своей победе. О да, первое место будет моим. Можете не сомневаться. Я покажу всем, кто здесь босс. И мои супервысокотехнологичные девайсы мне в этом помогут. Спасибо, Трум Трум Компьютерс. Осталось все включить и настроить. Подскажи, а сколько стоит эта красота? Около 90 тысяч долларов. Ну, знаете, я ожидал, что будет дороже. А, так вы про весь сетап? Я думал, что только про наушники. Тогда где-то 250 тысяч долларов. Ого, вот это да!
Компьютер этого парня стоит целое состояние. Ради любимого хобби не жалко потратиться. Что ж, вижу, вы готовы встречать нового игрока. Этот бедняга мне не соперник. Поприветствуйте, Эндрю. Всем привет. Что это у тебя? Так все будут знать, что я геймер номер один. И чем же ты собираешься одолеть своих оппонентов? Сейчас покажу. Вы можете мне не верить, но часть этих девайсов я сделал сам. Хе-хе, такого на наших чемпионатах еще не было. Скажи нам цену всего своего игрового набора. Так это еще надо вспомнить. О, что это там? Вау, как много картона. Здравствуйте, мистер Бездомный. А на что вы меняете все эти коробки? А что у тебя есть? Все-таки это ценная находка. Минутку. Надо посмотреть, что у меня есть с собой. Я могу предложить вам что-то из этого. Что скажете? Возьму доллар и скрепку. Скрепку не отдам. Тогда никакого картона. Эх, ладно, забирайте. Какое все-таки выгодное предложение. Спасибо за эти картонные коробки. Ладно, еще увидимся. Весь сетап обошелся мне в доллар и одну скрепку. Как бюджетно. Так, вижу клавиатуру, мышь, наушники. Но где же экран? Ну как же, вот он. Неплохо. Аплодисменты нашему Эндрю. Ну что, пришло время представить звезду сегодняшнего соревнования. Мию, приветик. Очень рада вас видеть. Надеюсь, вы будете болеть за меня. Мия, зрители очень хотят узнать, где твои девайсы и во сколько они тебе обошлись. Покупкой моего сетапа займетесь вы. И мне нужно все только самое лучшее. А сдачу можете оставить себе. Вау. Какая большая пачка денег. Я тебя не подведу. Дорогие зрители, оставайтесь с нами. Я скоро вернусь. Отлично, давайте все сюда. Опять эта гигабогачка привлекает все внимание к себе. Ага, ничего нового. А что у тебя за клавиатура? Неужели не смог накопить на нормальную? Эй, верни! Положи ее на место. Нет! Давай проверим, насколько она надежная. Смотри, теперь это бесполезный кусок картона. Ну вот, ты ее испортил. Да разве можно пользоваться девайсами, которые перестают работать из-за одного стакана воды? Знаешь, я вот тоже этого не понимаю. Зачем платить так много денег за клавиатуру, которая сломается из-за нескольких капель? Эй, что ты наделал? Ты первый начал. Да ты просто мне завидуешь. А вот и неправда. Ах так. Тогда пусть все участники соревнуются в равных условиях. Чего тебе? Посмотрим, как ты будешь играть с мокрой клавиатурой. И что с того? Ой, хватит. Что это с ней? Ух, это было неожиданно. Просто у моей клавиатуры есть противоводная система, так что никакая вода ей не страшна. Вы себе такое не сможете позволить. Это уж точно. Что же мне делать с этим? О, идея. Алло, это завод картона? Да, чем могу помочь? Мне срочно нужна новая картонная клавиатура. Будет сделано. Ого, как оперативно. Теперь я снова смогу играть. Соревнование вот-вот начнется. Эй, смотрите, у меня новая клавиатура. Ага, круто. Да уж, с ней уже не поиграешь, придется ее выкинуть. Хорошо, что я взял с собой запасную. Трум-трум компьютерс всегда меня выручат. Всем игрокам приготовиться. 3, 2, 1, старт! Я не собираюсь проигрывать каким-то бедным неудачникам. Напряжение на максимуме. Все участники старательно готовились к этому чемпионату и не упустят возможности показать свой скилл. Я всем докажу, что даже не имея денег, можно быть крутым геймером. Не зря же я ночами тренировался, играя в разные игры и читая геймерскую литературу. Это мой шанс доказать Мии, что не такая уже наибогатая и крутая геймерша, и что я намного профессиональнее нее. Ай, заноза, как не вовремя. Больно. Настоящая геймерская заноза. Эй, Мия, тебе никогда меня не переиграть, ведь у меня самые лучшие девайсы от Трум-Трум Компьютерс. Неужели? Это мы еще посмотрим. Алло, это завод Трум-Трум Компьютерс? Да. Я покупаю вашу компанию за $1 миллиард. Ого, это замечательная новость. А еще я вас закрываю. Вы больше не работаете. Как же так? Посмотрим, как Алекс теперь будет играть. Скоро я получу свой кубок. Нет, почему компьютер выключился? Что же это значит? Похоже, что Алекс выбывает из соревнования. Как же так? Пока-пока. Отлично, у меня на одного соперника меньше. Осталось всего 2 участника. Кто же победит? О да, теперь я смогу включить свой компьютер на полную мощность. Победа будет легкой. Ой,
Что происходит? Мой компьютер сломался? Нет, дорогой, живи! Это конец! Осталось совсем немного времени. Надо постараться. Даже мои миллиарды мне не помогли! Все мои соперники выбыли из игры? У меня получилось! Юху! Похоже, определен победитель сегодняшнего чемпионата. Эндрю! Наконец-то я смогу купить себе нормальный компьютер! Дорогие подписчики, ставьте лайк, если вам понравился ролик. А если хотите увидеть матч-реванш, напишите об этом в комментариях. Что это с ним? Подождите! Спасибо, что были с нами. Ах да, не забудьте нажать на колокольчик. Пока!